12 марта перед началом пленарного заседания руководитель фракции ЛДПР в Госдуме Владимир Жириновский, выступая перед журналистами, предложил исключить букву «ы» из русского алфавита. Буква «ы» нужно запретить в русском языке. Это от монгол к нам пришло. «Ы», «ы», «сыр», «скрыльник», «ы», «ы», «мышка». Ну что это такое? Убрать эту букву гадкую. Гортанный звук. Это звери так говорят. «Ы», «ы». Откуда слово «ура» понеслось? Даже не знаете об этом? Какое английское? Монголы перли, как звери. Они пугали воинов противостоящей армии. Вот рычидзе, медведь, волк и тигр. И наши слышали, ура, ура, ура. И перешло у нас. Теперь мы ура кричим, как знак победы.